Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 70. Урок 70. Exercise 7. Упражнение 7. Некоторые из этих слов ты будешь читать впервые. Их значения тебе знакомы. Назови их номера. Попробуй прочесть их вслух. Corn, cabbage, coffee, cat, cheese, carrot, crocodile. Итак, давайте еще раз прочитаем их и посмотрим, какие звуки передают буквосочетания и некоторые буквы в словах. А также переведем слова на русский язык. Итак, первое. Corn. Буквосочетание OR передает звук O. Переводим как зерно. Второе. Cabbage. Капуста. Третье слово. Coffee. Последнее. Двойное. И передается с помощью широкого звука И. Кофе. Четвертое слово. Cat. Кот. Буква A, стоящая в середине слова, меж двух согласных передает широкий A. Пятое. Cheese. Сыр. Буквы CH передают звук Ч. Шестое. Carrot. Морковь. Седьмое. Crocodile. Крокодил. Буква I передает английский звук I. На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.